смотрите на показания скорости. 110, 120. Не обгоняет дома. Просто мороз по коже идет. У него скорость. Вы видите скорость? 140, и он уходит. Он уходит. Знаешь, что тяжелее. 150. 160, и он уходит. Это что-то нереальное. Где такие КамАЗы делают? Он идет на обгон. Приготовьтесь, через 1 километр контроль скорости 30 км/ч. По-моему, этим пофигу на контроль скорости. Они наваливаются.